Привет, ребята, мы во Флориде, переезжаем в другой резорт. Резервейшн, пойду резервацию. Да, сейчас Игорь сделает нам резервейшн. Так, Игорь уже взял брошюрочку с картой. Что тут есть? Так тут можно и домики еще снять, да? Не только автобусы, дома на колесах стоят. Там океан видно, ребята, уже я вижу старика. Рут. А, подожди, где-то мам сюда, Рут. Не понял, куда я пишу. Разберемся сейчас. Там вот какой-то мостик. Ну, когда мы заезжали сюда, я видела огромнейший бассейн, детская площадка. Тут надо Sea Dog, вот. Sea Bird, Sea Dog, Sea Dog. Тут Sea Dog. Нам сюда? Почему разобрался? Почти возле каждого домика стоит машина и гольф-кар. Машинка для гольфа. Вот у многих тут во Флориде такие есть машинки. Сегодня прошел очень сильный дождь, вот тоже стоят. Наш 22-й. Нас должен, вот наша беседка, кажется, это наш. Вот это? Да, только надо... Да, 22, да, где? Беседочка. Вот, надо вот, сюда, да. Мы с той стороны. Значит, вот это место наше будет для стоянки. И беседочка наша, собственно. И беседочка наша, круто. Сейчас будем парковаться. Сейчас мы повернем, будем парковаться. Тут мы, как всегда, подключаемся, естественно, к электричеству. Интернету, вода, да, и канализация. Вода. Два метра. Вот, нет, там, с той стороны. Вот этот резорт с адресом, может, кого-то заинтересует. Вот это все домики-домики, выход к океану. Должно быть круто. Да, вот это наша, на 3 дня наша будет беседочка. Будем тут играть, кушать. Ну все, будем парковаться, покажем вам весь вид. Так, как все, тут мы красиво, наконец-то бассейн, вылезли океан. Из нашего дома на колесах. Вот, идем. Эмери, давай собирай свои пасочки. Вон мы там припарковались, ребята. Эмили тут набрала целую кучу песочных принадлежностей, да? Алиса, помогай, и видишь, у нее все выпадает. Все, идем, вон там должен быть океан, ребята. Прикольно, тут красиво. Познакомим вас с RV-парками. Так это все выглядит. Люди подъезжают, все подключают. Можно взять с собой собаку. Вон ноги его так заграждают. Заборчик такой специальный, там собачку выпускают. Беседочки классные. Вот, каждому месту, видите, такие беседочки разнообразные. Ну что, тут 2 минуты до пляжа. Вот тут такой мостик. Так, Эмили уже тут что-то потеряла. Сейчас класс, еще черепашку увидели. Что, акула осталась? Все, можно домой ехать. Точно. Ну, довольно-таки большая. Класс. Сегодня на океан. Вот он огромный, ребята, океан. Как я люблю этот запах соли. Песочек тут вот таким цветом, беленький, в принципе, хороший песочек. Здесь взять стульчики. Вот это для нас. И дышать этим воздухом, для меня это самый лучший отдых.
Это океан. Энергия.